Всем привет! Вы на канале «Правильный выбор». В этом ролике речь пойдет о телевизоре LG 50UQ80001LA. Ссылки на магазины с лучшими ценами на этот вариант я оставлю в описании. Надеюсь, что обзор вам понравится и вы оцените его лайком и напишите приятный комментарий. А если вы хотите оставаться в курсе новинок мира гаджетов, то советую вам включить колокольчик и подписаться на наш канал. Диагональ экрана 50 дюймов, разрешение 3840x2160. Подсветка Direct LED, матрица VA, глубина цвета 8 бит, частота обновления 50-60 Гц. Кристальная четкость, разрешение 4К. Телевизоры LG UHD дарят вам новые впечатления от просмотра. Наслаждайтесь яркими цветами и невероятной детализацией телевизоров Real 4K. Интеллектуальный процессор Alpha 5 Gen 5. Получите незабываемые впечатления от просмотра. Интеллектуальный процессор Alpha 5 Gen 5 телевизора LG Full HD позволяет полностью погрузиться в изображение. Новый взгляд на масштаб с разрешением 4К. Смотрите любой контент в разрешении 4К на больших экранах UHD и каждую минуту наслаждайтесь четкостью и точностью изображения. Интеллектуальный контроль яркости. Интеллектуальный контроль яркости обеспечивает отличный уровень яркости в любом интерьере, адаптируя яркость к освещению помещения. HDR10 Pro. Уровень яркости HDR10 Pro регулируется таким образом, чтобы улучшить цвет и четкость каждого изображения. Вы будете потрясены реалистичностью изображения. Filmmaker Mode. Наслаждайтесь качеством и цветопередачей фильмов в аутентичном виде, который был задуман режиссером. Готовьтесь к эпичным играм, наслаждайтесь фантастическим игровым процессом с использованием Cloud Game, Game Dashboard и Optimizer и HGeek. Идеально вписывается в ваше пространство. Телевизор LG UHD теперь имеет более тонкий дизайн и тонкую рамку, которые гармонично сочетаются с вашим интерьером. Размеры телевизора 112,1 см в ширину, 65,1 см в высоту, толщина 5,71 см, вес 11,7 кг, цвет синяя сажа. Если у вас появится желание установить телевизор на стену, то подставку можно демонтировать, предусмотрено крепление веса 200x200. На задней панели расположены стандартные разъемы. Один USB 2.0, два HDMI версии 2.0, один разъем для локальной сети, два входа для антенны, один слот CI плюс 1.4. Присутствует один оптический аудиовыход, Optical Audio Out. С его помощью можно передавать звук с телевизора на домашний кинотеатр. Достаточно подключить их друг к другу через оптический кабель. Модель поддерживает скоростной Wi-Fi 5 ГГц и Bluetooth 5.0. Операционная система WebOS 22. ThinQ AI умнее, чем вы можете представить. ThinQ AI позволяет удобно использовать весь функционал телевизора LG Full HD, от голосового управления до персонализации контента. Простое управление голосом. Голосовое смарт-управление с помощью Google Assistant, Amazon Alexa, Apple AirPlay и других решений делает управление телевизором LG UHD проще и быстрее. Доступ к любимым платформам. Подключитесь к сервисам, на которые у вас оформлена подписка, и наслаждайтесь любимыми шоу. В телевизоре предусмотрено два динамика с общей выходной мощностью 20 Вт. При подготовке обзоров я стараюсь быть объективным, поэтому проанализировал отзывы реальных покупателей и выделил основные преимущества. Недостатков я не нашел, вот что понравилось покупателям. Красивый дизайн. Хорошее качество исполнения. Напомню, что ссылки на магазины с актуальными ценами на эту модель я оставлю в описании. В комментариях пишите свое мнение или оставляйте вопросы по этому телевизору. А также ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал и, конечно, включайте колокольчик, чтобы оставаться в курсе выхода новых видео. До скорых встреч в новых обзорах!